Добрый день, дорогие друзья! Рад поприветствовать вас на канале Гороскоп Прогноз. У нас на 1 марта 2022 года, и мы, как всегда, начинать. А начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов, и если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. А я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. Сегодня Овну все нипочем. Он играючи справится с текущими задачами, с особым удовольствием будет браться за сложные дела. Ну а любые конфликты в этот день Овен решит без крика и шума, переведя все в шутку. По мнению гороскопа, единственная опасность, которую таит в себе этот денечек, это легкая отстраненность Овна от окружающих. Если на сегодня назначено событие, требующее его эмоциональной вовлеченности, могут возникнуть проблемы, способности к эмпатии у Овна сегодня крайне ограничены. Например, искренне радоваться за жениха и невесту он, к сожалению, не сможет. Любовный гороскоп для Овна. Сегодня день склоняет Овна к погруженности в себя. Возможно, ему захочется помолчать и побыть в одиночестве, а все попытки партнера разговорить его или вытащить на прогулку будут восприняты в штыки. Гороскоп советует: не стоит срывать раздражение на любимом человеке. Постарайтесь объяснить ему причины своего состояния. А там, глядишь, и Овен успокоится и сможет продемонстрировать своему избраннику другие, более жизнерадостные эмоции. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Этот гороскоп указывает на рассеянность Овна. Усталость тут ни при чем, просто в этот день ему сложно будет сконцентрироваться на работе. Все, что делает Овен, ему придется проверять и перепроверять, чтобы исключить ошибки, которые неизбежно будут сопровождать эту его сегодняшнюю работу. Из-за этого объем выполненного задания может оказаться вдвое меньше, чем обычно. Расстраиваться, конечно же, не стоит. Этот день надо просто пережить и переждать. Телец. Заносчивость может стать препятствием в общении для тельца сегодня. Гороскоп советует: даже если вы осознаете свое превосходство перед собеседником, не показывайте ему этого, если, конечно, вы не пытаетесь его нарочно задеть. Ну а в остальном у тельца сегодня все складывается прекрасно, в делах помогает смекалка. В этот день на тельца готовы снизойти творческие озарения, способные освободить мысли от суеты, чтобы подготовить музе площадку для выхода. Высадки. Любовный гороскоп для тельца. Сегодня звезды гороскопа советуют тельцу быть более сдержанным и не вестись на провокации. Ссора с человеком, который ему дорого, может вспыхнуть легко, а вот наладить отношения будет позже уже гораздо сложнее. Тем более, что предметом ссор сегодня могут стать самые незначительные вещи, которые в другие дни остались бы просто незамеченными. Тельцу в этот день не стоит идти на поводу у настроения и тратить драгоценное время на выяснение отношений. Сегодня вы поймете, что поступили мудро. Гороскоп карьеры и финансов для тельца. Сегодня тельцу очень захочется расслабиться и помечтать. Да, прямо в разгар рабочего дня. Количество навалившихся дел и бесконечные обращения коллег будут требовать вернуться с небес на землю. Если телец пересилит себя и оставит свои мечтания на вечернее время, звезды обещают ему сегодня достаточно продуктивный день. В противном же случае, телец может дождаться, что кто-то из коллег или руководитель начнет в открытую выражать недовольство таким саботажем рабочего процесса. Близнецы. На пути гармонии и спокойствия близнецов сегодня стоит лишь их собственная суетливость и озабоченность мелочами. Отбросьте перфекционизм, удовлетворитесь хорошим вместо лучшего, и все у вас будет просто прекрасно. Гороскоп предостерегает близнецов от чрезмерного увлечения порядком и правилами. Не мучайте ими ни себя, ни других. Будьте деликатнее с чувствами окружающих, не перегибайте палку в наставлениях и поучениях. В остальном же у вас сегодня все будет идти как по маслицу. Любовный гороскоп для близнецов. Сегодня противоречивых близнецов будет трудно понять. Это тот день, когда они могут что-то не договаривать или держать в тайне от любимого, или без конца сравнивать мысленно или даже вслух своего избранника с человеком из прошлого, с которым их некогда связывали сильные чувства. Гороскоп предупреждает: такое поведение не способствует укреплению отношений. Вдумайтесь вы, что же вы творите-то? Чтобы избежать обид, совет для близнецов на сегодня. Постарайтесь навести порядок в мыслях и чувствах, будьте искренними с партнером и с собой тем более. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов.
Этот день близнецам очень захочется посвятить хандре и лени. Залезть на подоконник с чашечкой кофе и думать о бренности бытия. Но звезды запланировали для них трудотерапию, которая быстро избавит их от дурных мыслей и привычек. И как бы близнецы не сопротивлялись, они и сами не заметят, как втянутся в работу и проведут этот день даже более плодотворно, чем обычно. Главное сегодня – не позволять себе расслабляться. Рак. Рак может потратить сегодня слишком много сил на метание. Быть или не быть, купить или не купить, пойти или остаться. Между тем, гороскоп уверяет, что этот день может быть очень продуктивным для рака, если перестать раздумывать и начать действовать. Не исключено, что эта нерешительность обусловлена обычной ленью. Ведь на отсутствие решения по вопросу всегда можно сослаться как на причину бездействия и проволочек. Любовный гороскоп для рака. Сегодня рак будет настроен философски. Мыслями он то и дело может возвращаться к глобальным темам, вроде перспективы его нынешних отношений. Возможно, его не устраивает длительный бег на месте. В таком случае отношениям не помешает обновление и встряска для того, чтобы выйти на новый уровень. Прошу заметить, на совершенно новый уровень. Сегодня отличный день для того, чтобы хорошенько обдумать любой щекотливый вопрос и принять максимально взвешенное, учитывающее все факторы решения. Гороскоп карьеры и финансов для рака. Без хорошего стимула рак сегодня весь день будет откровенно бездельничать, замотивировать себя самому у него вряд ли получится. А вот если с утра рак получит волшебный пендель под самый зад, то сможет очень даже неплохо поработать. Впрочем, если избежать стимуляции удастся, эта лень рака не должна негативно отразиться на результатах труда. В ближайшие дни он сможет наверстать упущенное. Лев. Льву сегодня присуща саркастичность, которую он может уничтожить врага или больно уколоть любимого человека. Гороскоп предлагает применять острое словцо с крайней осторожностью, чтобы потом не пришлось извиняться и сожалеть о сказанном. Этот день хорошо подходит для решения творческих задач, а также поиска нестандартных путей выхода из сложных ситуаций. Астропрогноз уверяет, что сегодня Лев сможет дать хорошие советы всем нуждающимся, но ему стоит держать их при себе, если о них не просили. Любовный гороскоп для Льва. Сегодня Льву просто противопоказана серьезность в общении с противоположным полом. Этот день отлично подходит для отдыха, флирта и приятного времяпрепровождения. Так что если у Льва еще нет планов на вечер, звезды гороскопа настоятельно советуют ему придумать что-нибудь интересненькое. Сходить в клубешник или кафе, нанести дружеский визит старым знакомым или пригласить их к себе в гости. Если Лев находится в отношениях, проведите максимум времени с любимым человеком, а еще лучше, вытащите его из дома в самую гущу событий и большого количества людей. Гороскоп карьеры и финансов для Льва. Сегодня Льва ожидают разнообразные преграды в рабочих делах, иногда имеющие вид откровенного саботажа. Гороскоп призывает идти вперед и гнуть свою линию, не обращая внимания ни на что, и уж тем более ни на кого. Любое противодействие и сопротивление Льву удастся преодолеть своим напором, хотя сам факт вмешательства в его дела будет очень раздражать. Но так как успех сегодня на стороне Льва, у него обязательно получится выполнить все, что он задумал. Правда, сил на это уйдет немало. Дева. Если только захочет, Дева сегодня добьется всего, чего хочется. Такая вот тавтология. Главное, чтобы лень-матушка не зазвала Деву в гости. Гороскоп указывает на прилив творческой энергии в Деве, а это значит, что в этот день ей удастся не только найти замечательные арт-идеи, но и разработать нестандартные ходы для бизнеса, карьеры или завоевания заветного трофея. Чужого пока сердца. Хотя сегодня нет ничего зазорного в том, чтобы спуститься на житейский уровень и пустить энергетический запас на оптимизацию хранения в доме или поиск финансовых возможностей для желанной покупки. Любовный гороскоп для Девы. Сегодня звезды гороскопа советуют Деве совершить нематериальный эквивалент путешествия.
Знаете, что это? Это погружение во внутренний мир своего любимого человека. Поверьте, в этот день это вызовет не меньше исследовательский интерес, чем изучение флоры какого-нибудь затерянного в океане островка. Хобби и увлечения, потаенные желания, детские мечты. Сегодня дева может ничего не скрывать от своего избранника и быть с ним максимально искренним. Устроив вечер разговоров по душам, вам предстоят ошеломительные взаимные открытия, которые еще больше упрочат отношения, делая вас единственным целым. Гороскоп карьеры и финансов для девы. Сегодня у девы активируются дар убеждения и коммуникационные навыки. Она сможет убедить окружающих в чем угодно, если будет в этом заинтересована материально. Даже самые скучные факты в ее устах будут выглядеть захватывающе, поэтому деву можно и надо отправлять на самые сложные и проблемные переговоры. В ситуации, казалось бы, не имеющей никаких вариантов, дева сегодня может повернуть обстоятельства в свою пользу. Гороскоп призывает вперед. Без всяких сомнений и тем более сожалений. Весы. В весах сегодня проснулся стратег. В этот день им хорошо будут даваться многоходовочки, так что самое время направить усилия на решение давних проблем. Гороскоп предлагает вспомнить русскую пословицу: «Сильный телом победит одного, сильный умом тысячи». И применить находчивость там, где другие лезут напролом. В отношениях постарайтесь уходить от любых конфликтов. Партизанская война сегодня выгоднее весам, чем открытая бойня. Любовный гороскоп для весов. Сегодня звезды гороскопа подталкивают весы в любви к решительным действиям. Это отличный день для того, чтобы приступить к реализации любых амурных планов, от глобальных до самых простых, сделать предложение руки и сердца, купить тур в романтическое путешествие, пригласить понравившегося человека на свидание. Звезды гороскопа утверждают, результат в любом случае порадует весы, ведь даже самый маленький конкретный шаг неизмеримо больше, чем бесплодные мечты. Гороскоп карьеры и финансов для весов. Сегодня звезды советуют весам слегка отойти от рутины, взглянуть на плоды своих трудов и оценить, насколько полученные результаты соответствуют ожиданиям. Ведь упорно продвигаясь к цели, можно и упустить некоторые нюансы, которые могут значительно облегчить этот путь. Этот день располагает весы к анализу и составлению бизнес-планов, поэтому самое время продумать стратегию и тактику своих последующих действий. Скорпион. Глазами бы Скорпион сегодня все дела переделал, а вот руки могут до них так и не добраться. Лень собирается разлиться по всему его телу сладким нектаром, и для того, чтобы Скорпион не впал в состояние анабиоза, нужен действительно сильный стимул извне. Гороскоп очень советует Скорпиону взять себя в ручонки и заняться делами. Сегодня все у вас будет ладиться, вы сумеете сделать даже больше, чем планировали. Просто немножечко раскачайтесь с самого утра, ну или позвольте кому-нибудь наградить вас волшебным пинком. Любовный гороскоп для Скорпиона. Сегодня звезды гороскопа настоятельно советуют Скорпиону не бояться мечтать, даже о самом несбыточном, ведь на самом деле мечты часто воплощаются в жизнь, а если запретить себе фантазировать, можно так и не понять, чего вам хочется на самом деле. Если в мечтах Скорпион грезит о настоящей любви, то именно сегодня судьба может подарить ему долгожданную встречу или подсказку, где отыскать свою вторую половинку. Если же вы уже находитесь в отношениях, то в этот день обязательно помечтайте вместе с любимым человеком, и сбывающиеся на глазах мечты озарят счастьем ваше совместное будущее. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Сегодня у Скорпиона крайне удачный денек для любых дел, связанных с заключением контрактов и подписанием договоров. Они сулят хорошую прибыль. Гороскоп предупреждает Скорпиона, степень его везения огромна, но все же не стоит заигрываться и полагаться на одну лишь удачу и интуицию. Ведь еще есть логика и опыт, не стоит и о них забывать. Удача сегодняшняя в сочетании с трезвым расчетом — это и есть те компоненты рецепта успеха в бизнесе, запомните. Стрелец. Скорее всего, звезды подкинут сегодня Стрельцу какую-нибудь задачку со звездочкой. Гороскоп предупреждает, в этот день Стрелец может уйти далеко от реальности в своих страхах или ожиданиях, ну а слушать чьи-то советы точно не захочет. Есть смысл отложить решение принципиальных вопросов на следующий день. Ну а сегодня Стрельцу следует заняться чем-нибудь простым и привычным. Рутины и дела обещают складываться легко и непринужденно, почти что сами с собой. We'll be right back.
Любовный гороскоп для Стрельца. Сегодня что-то такое витает в воздухе, от чего даже самый закаленный жизнью Стрелец станет немножечко романтиком. Звезды гороскопа советуют Стрельцу поддаться этому мечтательному настрою и позволить себе немного отвлечься от скучной прозы жизни. Такие дни дарят вдохновение и наполняют душу новыми эмоциями, а там, глядишь, вслед за внутренними изменениями придет и череда внешних. Помните, что его величество счастливый случай в этот день может приключиться с каждым Стрельцом. И вы, между прочим, не исключение. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. Сегодня Стрелец может почувствовать некоторую рассеянность и несообразность в бурлящей рабочей обстановке. Его может преследовать ощущение, что он забыл о чем-то очень важном, упустил из вида значимое обстоятельство. Гороскоп советует Стрельцу не стесняться и просить коллег перепроверять его работу. Лучше такой контроль, чем нагонять за ошибки, ведь не так ли? Стрельцу сегодня свойственно волноваться по пустякам, так что лучше исключить лишние источники беспокойства. Козерог. Да плевать, что самодовольный вид Козерога может сегодня кого-то раздражать. Гороскоп говорит, что в этот день у вас обязательно возникнет повод гордиться собой, так что похвалите себя любимого и наградите чем-нибудь приятным. Говорят, немногие люди умеют радоваться своим успехам, и сегодня Козерогу стоит потренироваться в полезном навыке. Конечно, в этом есть доля гордыни, однако психологи уверяют, что только так вы можете стимулировать себя на дальнейшие свершения, так что хвалите себя, дорогие козероги. Любовный гороскоп для Козерога. Сегодня именно тот день, когда и свободному, и влюбленному Козерогу непременно захочется так или иначе продемонстрировать свою независимость от любимого человека, от мнения окружающих, от обстоятельств. С другой стороны, именно эта черта сегодня будет притягательна для противоположного пола. Внутренняя свобода Козерога и отсутствие страха нарваться на отказ позволяет ему без труда завязать знакомство с тем, кто вызвал его интерес. Быть на высоте на первом свидании или освежить отношения со своей второй половинкой, получив вместе с ней массу новых впечатлений. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Сегодня Козерог может почувствовать сильное желание кем-нибудь покомандовать. Но почему бы и не так? Задатки лидера можно развить в каждом, и если Козерог еще не занял начальственное положение, то это не означает, что он должен только выполнять распоряжения сверху. Грамотно организовать работу и поручить каждому дело по способностям сегодня это может не только потешить самолюбие Козерога, но и вывести его работу на новейший уровень. Водолей. Водолею сегодня хватит сил на все, что бы он ни задумал. В этот день гороскоп обещает ему успех в любых начинаниях, будь то бизнес, любовь или творчество. Так что дерзайте. Впрочем, если все драконы на пути Водолея повержены, а настроение наполежать, вовсе не обязательно принуждать себя к активным действиям. Отдыхать за сегодня Водолей тоже просто замечательно. Как одному, так и в компании. Звезды потворствуют всем желаниям представителей этого знака зодиака. И это чертовски приятно. Любовный гороскоп для Водолея. Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею избегать в обсуждении с избранником любых финансовых вопросов. На их почве могут возникнуть размолвки. Попробуйте просто дарить радость любимому человеку, не задумываясь о денежных проблемах. Это не так уж и сложно, как кажется Водолею. Не можете позволить себе дорогой ресторан? Приготовьте дома что-нибудь вкусненькое и устройте ужин при свечах. Не по карману отдых на райских островах, поездка на дачу с шашлыками и соловьями. Длинными трелями под окна подарит массу романтических впечатлений. Главное – быть вместе, а остальное уж приложится. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. Сегодня Водолею не только можно, но и нужно обратиться за помощью коллегам. Это повлечет за собой три выгоды. Во-первых, разгрузит немножечко закрутившегося в делах Водолея и даст ему, если не отдых, то хотя бы возможность концентрироваться на чем-то приоритетном, а не распылять свои силы на все сразу. Во-вторых, даст толчок к развитию более теплых отношений с коллегами, так как людям нравится, когда их просят о помощи. Ну и наконец, в-третьих, свежий взгляд на проект. Это всегда хорошо, поэтому звезды сегодня настоятельно рекомендуют Водолею поработать в команде.
Рыбы. Увлекшись общением, серфингом в интернете или просмотром захватывающего сериала, рыбы сегодня рискуют не успеть сделать что-то действительно очень важное. Чтобы потом не придумывать отговорки для начальства, родных или самого себя, вспоминайте почаще поговорку «делу время, потехе час». Гороскоп уверяет, сегодняшний день таит в себе уникальные возможности для рыб. Вот только неблагодарный представитель зодиака может отвергнуться от них. Любовный гороскоп для рыб. Сегодня звезды предостерегают рыб от излишней критики в адрес любимого человека, несмотря на то, что день их будет к этому склонять. Даже если критические замечания рыбы высказывают в шуточной форме, они могут больно ударить по самолюбию избранника, что неизбежно скажется на отношениях. Будьте благоразумнее. Сегодня тот самый денечек, когда молчание ценится дороже золота, а разговоры требуют особого деликатного подхода и дипломатического чутья. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Этот день гороскоп советует рыбам посвятить переговорам, разговорам, улаживанию конфликтных и деликатных ситуаций, всему тому, где главным оружием является слово. Магия слова в этот день открывается рыбам полностью, и если они поймают нужный момент, то получат небывалую выгоду. Если же работа рыб не связана с переговорами и заключением сделок, то все равно сегодня они смогут найти, куда приложить такое нужное в жизни умение. Ну, например, скажем, расположить к себе коллектив. И руководство. Уж это никогда не будет лишним. Вот такой вот получился у нас прогноз, дорогие мои друзья. Я благодарю вас за внимание, за лайки, за комментарии, за вашу поддержку. Ну и, конечно же, желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всех ваших начинаниях. Ну и скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.